Сегодня в Астане Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога и Мусульманский совет старейшин подписали меморандум о сотрудничестве. Мусульманский совет старейшин – независимая организация, созданная в 2014 году для укрепления мира в мусульманских общинах. Совет объединяет мусульманских ученых, экспертов и влиятельных людей, известных своей умеренной, мудрой и независимой позиции. Штаб-квартира организации находится в Абу-Даби. Совет является первым институциональным органом, который стремится объединить мусульманский мир, устраняя разногласия, угрожающие гуманитарным ценностям, и положить конец радикальным течениям. Представители Совета отметили высокую роль съездов лидеров мировых и традиционных религий, регулярно проводимых в Казахстане, и оценили страну как общество мира, толерантности и человеколюбия. Сегодня было подписание меморандума сотрудничества между нашим центром Назарбаева по межрелигиозному, межцивилизационному диалогу с Советом мусульманских старейшин. Задачи у нас примерно похожие: взаимодействие между цивилизациями, между религиями, стабильность, мир. Цели одинаковые. Одно из представительств они рассматривают в Казахстане открыть.